минувшее воскресенье потерявшая голос Ольга выступила на открытии чемпионата мира по боксу в Сербии. Звезда в красном платье и боди сначала исполнила советскую песню «Катюша», которая у многих иностранцев ассоциируется с Россией. Далее Бузова спела собственный хит «Мало половин», причем сделала это на английском. Впечатлениями от концерта Ольга поделилась с поклонниками в Инстаграм. Она призналась, что для нее было честью выступать на столь значимом мероприятии. Как известно, Бузова и сама любит побоксировать. Не удержалась поющая телеведущая и от того, чтобы в очередной раз напомнить аудитории о своих достижениях за последние несколько лет. Вот только многие пользователи сети оказались не в восторге от очередного выступления Ольги. Одни раскритиковали звезду за самолюбование, другие – за само исполнение той же самой «Катюши». Конечно, верные поклонники Бузовой засыпали ее комплиментами, но все же негативных комментариев о позоре Ольги на весь мир было достаточно много. «Мне одной видно, что это жалкая пародия на Бритни. Почему мне смешно? Западные СМИ – феномен. Оля, корона не жмет. О вашем существовании, кроме выходцев из России, никто не в курсе. Кровь из ушей. Все вроде красиво, но открыла рот и испанский стыд. Блин, как можно быть корявой во всем? Да пофиг, что у нее бабки. Ну смешно же». На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.